оружием. Пиздец, блядь. Ну что, вообще больной, что ли? Он отметил, что во многих удаленных регионах страны сотовые сети обеспечивают большую скорость и стабильность соединения, чем в городе. Вышки сотовых операторов в Москве могут также приравнять к объектам гражданской обороны для улучшения качества связи. До конца марта департамент подаст в Министерство связи и массовых коммуникаций ряд предложений по улучшению и модернизации технологий.